Всем привет! Итак, для начала представлюсь. Меня зовут Гребенщиков Максим. Я работаю в компании RAIC уже 3 года. И это мой второй дартап. На прошлом дартапе была интересная тема под названием «Пазлеры». Когда впервые я озвучил эту тему, все спрашивают: «А, что такое пазлеры? Что такое? Как это называется?» Никто не знает. Отлично. В итоге что получилось? А получилось следующее, что пазлеры — это такая вещь, которая позволяет вам узнать ваш язык лучше. То есть это такие моменты в языке, после которых ты говоришь: «What? Почему оно именно так работает, а не как-то еще?» Это те самые особенности языка, благодаря которым вы дебажитесь час, два, три, день, месяц и находите в итоге проблему и говорите: «А, так вот как оно работает». Вот. Обычно такие задачки вам задают на всех собеседованиях и говорят: «Ну-ка, реши эту задачку, а я посмотрю, как это будет». Ну, а сегодня будет немножко пазлеров, чтобы немножко размять мозг перед афтерпати. Последний разок. Потом не нужно напрягать мозг. Потом будет просто пиво и что там еще будет. Ладно. А, еще один доклад. Ну ладно. Хорошо, поехали. Итак, у нас есть наши штурмовики под номерами 1, 2 и 3. У нас есть удаление этих самых штурмовиков под элемента 1, как строчка. Вот. Вопрос, в первую очередь, к аудитории. Что будет в результате выполнения этого кода в массиве Stormtroopers? Вариант номер 1 будет просто массив 1, 2, 3. Вариант номер 2 — это будет первый элемент сменится на единичку, остальное будет 2, 3. Вариант номер 3 будет 2 и 3. И третий вариант будет выброшен exception. Так, ну давайте, поскольку аудитория должна быть живая уже. Ребята, вы живы, да? Отлично, так, так, так. Для начала, а кто был еще на прошлом дартапе? Раз, два, три, четыре, пять. Ну окей, около десятка есть во всем зале, отлично. Тогда, в общем, сейчас будем поднимать руки. Я буду говорить цифру 1, вы поднимаете руки и голосуете за этот вариант. Так, цифра 1, первый вариант. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, 13. Вариант номер 2. Так, 1. Хорошо, хорошо. Это был подсадной. Хорошо, хорошо. Так, номер 3. 2 и 3. Так. 3 подняло, потом сразу опустило. Ну, ребят, ну на JS все пишут, что вы как это самое палитесь-то. Во, кот любит JS, я знаю. Дальше. И третий вариант. 2 и 3. 2 и 3. Третий вариант. Никто за третий не голосует. Я хочу его продать, да, да. Так, четвертый вариант — exception. О, да у вас большинство. Ну, что, ребят, вы, значит, поверили, что Dart — строго типизированный язык, да? Па-бам! Итак, с чем это связано, товарищи? Очень просто. У нас есть штурмовики, и при переходе на Dart SDK ребята из Dart пофиксили очень много проблем с SDK, кроме вот этой. В Remove как было в первой реализации SDK принимала Object, так Object до сих пор и принимаете. Соответственно, Object — это базовый тип, от которого унаследованы абсолютно все типы. И в итоге получается, что мы принимаем на вход в Remove Object, получаем что угодно. И, естественно, в массиве не оказывается элемента единичка в качестве строчки, и вуаля, просто ничего не происходит. Вот так вот. Так что те, кто голосовали за первый вариант, могут рисовать себе звездочку. Да. Дальше, значит. Второй вариант. На прошлом дартапе у меня были джедаи. Ну и для того, чтобы соблюсти равновесие в силе, у нас сегодня будут ситхи. Итак. Абстракт класс ситх, у которого просто две руки. И дальше есть, он создает factory, через который обучает ученика по имени Гривус. Дальше мы реализуем
класс Grievous, который имплементирует ситха, и у него рук не две, а 8. И вот тут встает вопрос. Если мы сделаем sith.create.hands, что будет в результате? Абстрактные классы в Dart не могут быть инстанцированы. То есть это аналог в какой-то степени интерфейсов и абстрактных классов из Java и C-Sharp. Но есть определенные нюансики. Поэтому давайте проголосуем. Итак, первый вариант ответа. Две руки, просто две руки у ситха. Так, вот, две руки есть, есть еще третья. А, четвертая даже есть, отлично. Есть четыре руки, уже хлеб. Так, второй вариант ответа. 8 рук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Много, в общем. Окей. Третий вариант ответа. Exception. Так, 2 руки. А, 3 руки. Да, отлично. 4, 5. И четвертый вариант. Не знаю. Кто не знает, какой? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Окей, эти ребята просто пришли сюда посмотреть на пазлер, они не знают, это вполне нормально. Итак, правильный вариант. 8. Да, 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 да. С чем это связано? Да, мы не можем делать инстанс у ситха, но мы можем вызывать у него конструкторы factory, которые нам создадут нужные инстансы. Поскольку Grievous имплементит ситха, это вполне валидная конструкция, что мы берем и создаем Grievous. Grievous вполне себе тоже живет. Это обычно нужно, когда мы имеем дело со всякими изерами и прочими всякими монадическими конструкциями, хотим хитрую какую-то вещь обернуть в контейнер. В обычной жизни, конечно, вы с этим не встретитесь, и слава богу. Следующий пазлер. У нас есть повстанцы. Повстанцы могут быть штурмовик какой-то затесался, потом вуки и фолс. Не повстанец. Так. И вопрос. Какого generic типа будет rebels? То есть какого типа будет лист? Он может быть листом стрингов, листом булеонов, листом динамиков и листом объектов. Итак, первый вариант ответа. Поднимаем ручки. Смелее, смелее. Так. Ну подожди, ну что ты всю малину, как всегда, кот. Так, нет таких вариантов. Отлично, в JavaScript. Так, хорошо. Вариант номер два. Лист булеонов. Так, тоже ни одного. Лист динамиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отлично, запомним это число. Четвертый вариант ответа. Упс. Фух. Так. Четвертый вариант ответа. Object. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Окей, чуть-чуть меньше. Чуть-чуть. И правильный вариант. Object. Итак, почему именно object? Дело в том, что ближайший тип у всех этих трех товарищей — это object. Поэтому Dart по умолчанию выводит тип как object. Если бы мы все три наших члена реализовывали какой-то общий интерфейс, implements A, например, то у них был бы тип A, а так у них тип object. Анализатор — вещь очень умная, поэтому она умеет выводить типы сама. Поехали дальше. Темная сторона, вначале ее не существовало. Потом она сделала ошибку. В результате этой ошибки был рожден по расширенной вселенной ученик по имени Starkiller. И вопрос. Что будет выведено после print val? Вариант номер один. Starkiller. Подождите. Ну, хорошо, давайте сразу поднимем. Давайте. Вариант номер один. Starkiller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 человек. Будет выброшено исключение. Один. Так, два. Двое. Так, двое решили, что будет выброшено исключение. Номер три. Будет ошибка аргумента. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вариант номер три. Будет выведено число три.
Так, один. Вот. У нас есть тот человек, который скажет, что у нас будет число 3. Отлично. А на самом деле у нас будет ошибка, которая возникнет в рантайме. А для начала немножко бэкграунда. У нас в Dart есть ровно два вида исключительных ситуаций. Это обрабатываемые ситуации и необрабатываемые. Обрабатываемые ситуации — это ероры. Мы ероры сами бросаем, с ерорами все понятно. И могут быть необрабатываемые ситуации, которые бросаются, допустим, владельцами библиотек, что это явно какое-то невалидное поведение, и все нужно падать. И бросаются они, как правило, в рантайме. А вот эта ошибка — это ошибка на уровне Dart SDK. А конкретно идет несовпадение типов. Почему? Потому что вот здесь вот, сейчас попробуем. О, у меня есть палец. Написано future.value и then. О, господи. У этого then нет никакого типа. Если у него нет никакого типа, то мы выводим тип по умолчанию. Тип по умолчанию будет bottom, потому что throw argument error выводит bottom. А дальше что происходит у нас в итоге? Мы попадаем в catch error. В catch error тип bottom заменяем на тип string по умолчанию, потому что выводим StarKiller. А дальше, когда у нас начнет срабатывать then после ошибки, а у нас ошибка будет гарантирована, как вы все понимаете, у нас будет исключение, потому что у нас тип bottom явно не равен типу стринга, который был выведен в результате, получен в результате исключения. Таким образом, мы получим ошибку в рантайме, и код будет падать совершенно в странных ситуациях, но тем не менее так будет. Вещь неочевидная, чтобы ее пофиксить, нужно всего лишь навсего добавить вот к этому then generic с явным указанием того типа, который он должен возвращать. Тогда нам наш анализатор сам подскажет, что у нас что-то не то с типами после catch error, и все будет нормально. Ну и, наконец, последний пазлер на сегодня. Этот пазлер был на прошлом дартапе. Хорошо, что не так много народу у нас с прошлого дартапа, поэтому я могу использовать его снова, потому что больше я не придумал. Итак, вариант номер один. Здесь был вначале был Энакин, потом был Вейдер. Так. Ну давайте, ваши ручки. Так, раз, два, три, четыре, все, пять. Отлично. Пять человек. Пять человек считают, что вначале был Энакин, потом был Вейдер. Знатоки «Звездных войн». Кто считает, что не будет выведено ничего? Один, два, три, четыре. Четыре чувака за ничто. Третий вариант. Не знаю. Кто не знает? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот, 11 человек не знает, что будет выведено. О, 15, отлично. После 11-15 это нормально. Дальше. И, наконец, четвертый вариант ответа. Ух, ребята, вас много. Больше 30 человек, я даже считать не буду. Ну что, а правильный вариант ответа? Не знаю. С чем это связано? На самом первом дартапе, на котором я выступал, правильный ответ действительно был четвертый. Но сейчас, после того, как мы зарелизилась SDK 2 за этот год, поведение SDK изменилось. В первой SDK действительно к каждой асинхронной функции все наше тело функции исполнялось отложено в следующем request фрейме. Из-за этого у нас гарантированно Вейдер был в начале, Энакин был потом. Сейчас же, после того, как ребята из Дарта сказали, что по умолчанию асинхронные функции ведут себя синхронно, и код исполняется синхронно, получается, что у нас в начале будет Энакин, потом будет Вейдер. Таким образом, на Dart 1, если мы запустим этот код, у нас будет в начале Вейдер, потом Энакин. Если мы запустим тот же самый код наоборот на Dart 2, мы получим в начале Энакин, потом Вейдер. Вот такие вот пирожки. На самом деле пазлеров должно было быть больше, но поскольку у нас Lightning Talk, я, пожалуй, откланяюсь. Поэтому спасибо всем.